Министр иностранных дел США Майк Помпео заявил, что политика китайских властей в отношении уйгуров является нарушением международных норм и преступлением против человечества. В момент, когда продолжают поступать доказательства массовых арестов, пыток и исчезновений в Восточном Туркестане, мы призываем Китай прекратить бесчинство и нарушение международных правил, сказал Помпео. Согласно докладу Human Rights Watch, под предлогом профилактики и борьбы против политически опасных граждан, за последние два года в уйгурском регионе было задержано и отправлено в лагеря большое количество людей. Западные спецслужбы заявили, что китайская разведка собирала данные людей, используя сайты отдела кадров различных организаций и сервис LinkedIn. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала исследования и факты, предоставленные спецслужбами США, Англии и большинства западных стран, заявивших, что Китай периодически собирал данные с сервиса LinkedIn, которым пользуются более 645 миллионов человек. Правительство США осудило Россию за установку барьеров вблизи оккупационной линии Южной Осетии, объявившей о своей независимости от Грузии. Пресс-атташе Министерства иностранных дел США Морган Артагус сообщила, что американские власти следят за ситуацией на границе Грузии и Южной Осетии и призвала стороны к разумному решению вопроса. Китай отказал в обновлении аккредитации пекинского сотрудника Wall Street Journal. По сообщениям издания, трудовая виза Чун Хан Вонга была отменена через месяц после выхода статьи о кузене главы Китайской Народной Республики. Представители властей сообщили, что срок аккредитации Чуна Хана, являющегося гражданином Сингапура и проработавшего в пекинском бюро Wall Street Journal с 2014 года, завершился и не будет обновлен. Министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию и заявило, что дело производства в отношении новостных агентств и журналистов ведется в соответствии с законодательством Китая. Тысячи сирийцев, бежавших для того, чтобы спастись от бомбардировок российской и сирийской авиации, собрались у блокпоста «Бабель» на границе с Турцией. Собравшиеся у границы беженцы, среди которых предположительно имеются боевики ИГИЛ, организовали протесты против Турции. Для усмирения протестующих турецкие пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух. В целях обеспечения безопасности вход и выход через блокпост «Джильвегёз» был запрещен. Национальный центр мониторинга ураганов сообщил, что через несколько дней по Флориде ударит ураган Дориан, внесенный в третью категорию, скорость которого достигает 185 км в час. Представители федеральных властей и штата Флорида сообщили о том, что приняли необходимые меры и призвали граждан оставаться в безопасных местах и надежных укрытиях. В свою очередь, президент США, отменивший визит в Польшу, который должен был состояться в конце недели, заявил, что следит за ситуацией во Флориде.